24-летняя Анастасия Решетова во время самоизоляции решила не тратить время даром. Возлюбленная рэпера Тимати взялась за себя, чтобы к лету выглядеть идеально. Модель считает, что карантин – это не повод забывать о спорте и все время проводить на диване перед телевизором. Анастасия на своем примере показала, что и в домашних условиях можно поддерживать себя в форме. Молодая мама сняла на видео тренировку и показала поклонникам эффективные упражнения для укрепления бедер и ягодиц. Невеста Тимати отметила, что для занятий понадобится фитнес-резинка. «Вот несколько упражнений для красивой попы. Была у меня такая когда-то, которую можно выполнять дома. Сохраняй и делай так же». На карантине есть два варианта – сидеть перед телеком и разъедаться или выделять часик для работы над телом, чтобы к лету выглядеть прилично. С иронией написала Решетова в Инстаграм. Во время тренировки Анастасии ее пятимесячный сын Ратмир спал рядом в коляске. Молодая мама почти не расстается с малышом, она часто публикует забавные и милые ролики с сыном. «Как перестать только целовать его?» – в шутку спросила звезда, тиская своего очаровательного малыша. Недавно Анастасия Решетова высказалась о пандемии коронавируса. Модель считает, что настало время решительных мер. Звезда объяснила, почему не хочет рожать второго ребенка. Возлюбленную Тимати возмутили обвинения в наживе на пандемии.